Суббота, 14 апреля. На площади много незнакомых людей с номерами. Разминаются. Через час стартует 29-й пробег памяти героев Чернобыля. Во дворце детей и молодежи много спортсменов, получают номера, но сегодня отменена регистрация. Все-таки для некоторых это было неожиданностью. Перед дворцом детей и молодежи встречаем директора пробега и немного отрываем его от основных обязанностей. Валера, судя по цифре, 29, вы одно из самых старейших спортивных мероприятий в городе, так? Это? Да, не только в городе, я могу сказать, что одно из старейших в независимой Украине, которое началось еще в том самом незабвенном Советском Союзе. Старше нашего, пожалуй, только Бахмутский пробег, но он не сравнится по масштабам. Кстати, о масштабах. Итак, сработала регистрация, ты уже знаешь, сколько у нас участников. Да, на сегодня зарегистрировалось 402 человека, из них около сотни славутчан. Славутичий рекорд устанавливают или зарубежные, или на иногородние гости установили рекорд? В основном приехали из Киева, области Чернигова, Львова, Черновцы, Ужгород. География широчайшая. Вот. Приехали три спортсмена из Беларуси, я даже видел одного зарегистрировавшегося из Москвы. Из Москвы? Да. Интересно понаблюдать. Да. Может быть, не все приедут, я уже знаю, это что понятно. Пару человек там уже по причинам травм не доехали, но все равно это рекорд для Славутича. И что интересно, рекорд поставлен еще на дистанции 21 километр на полумарафоне. Зарегистрировалось 165 участников. В ходе Дворца детей и молодежи много знакомых и незнакомых лиц. Кажется, Валерий Павлович прав, Славутич идет на рекорд. Отлавливаем среди готовящихся к старту спортсменов недавнего танцора, а ныне практически заядлого марафонца Вадима Савеченко. Этого человека я обычно вижу танцующим, а сегодня он бегающий. Но, говорят, легенды какие-то ходят, он какие-то места в Киеве занимает. Он и его дочь. А чего жена не бегает? Ну, кто-то должен быть на берегу, кто-то должен не бегать, да, и, как это, хранить очаг семейный. Поэтому мы сейчас вот младшего еще пытаемся вытащить. Он сегодня побежит 5 километров. Ну, посмотрим. Может втянется. Да. Я смотрю, у тебя маечка из Роттердама. Явно не купленная, явно ты там бежал. Как успехи? На отличные успехи. Это второй мой марафон был в жизни. Это в это воскресенье, то есть еще неделя не прошла. Да. Uh-huh. Поэтому, ну, масса впечатлений совершенно. Уникальные эмоции. Понял. Ну, я понимаю, когда человек танцует, разные движения под музыку. Я тебя понимаю, ты смотришь, что в кадре хорошо, все нормально. Зачем человек, который умеет танцевать, бегает? Я не знаю, это... Я у тебя спрашиваю, я тоже не знаю. Ну, я не знаю. Для того, чтобы поменять качество жизни, я думаю. Ровно год назад как раз она мне на день рождения подарила участие в марафоне со словами «Папа, у тебя есть мечта?» Как раз уже мы полпраздника прошло у нас, она встала, говорит, папа, у тебя есть мечта, и зарегистрировала меня на марафон в Киеве. Вот первый марафон мы в октябре, вместе мы бежали. И вот с апреля мы начали подготовку, это достаточно серьезные вещи. И, ну, вот результат налицо. Ага, то есть жив остался. Я остался жив, да, ну, получил массу эмоций, массу впечатлений, и пока мы все вместе бегаем. Потом решили пробежать еще где-то какой-то заграничный марафон, и так вот оказались в Роттердаме. Конечно, там, ну, масса впечатлений. И... Ну да, бежишь, смотришь по сторонам. Ну и там не то, что там бежишь, смотришь по сторонам, просто удивительно, как это все организовано. И удивительно, для меня самое удивительное было бежать весь марафон в плотном потоке людей. То есть там добежало до финиша почти 14 тысяч. Понятно. Хорошо, в случае проще, ну в два раза, у нас полумарафон. Да. Какое место претендуешь занять? Я не претендую занимать просто место. Просто побегать, давно не был в нашем лесу. Нет, я побегать, и я вряд ли какие-то места могу занимать, потому что здесь, ну, профессиональные спортсмены бегают. Я соревнуюсь сам с собой, мой рекорд на полумарафоне был час 36 в Чернигове прошлого
года. Если я пробегу быстрее, будет хорошо. Если пробегу не быстрее, тоже ничего страшного. Это будет рекорд для Славутича. Ну, мой рекорд для Славутича будет. Около исполкома общаются старые знакомые. Два мэра до 2015 года. Мэр Славутича и мэр Буэрки. Давно дружим и с Владимиром Петровичем. Вместе бегаете? Вид проблем. Бігаємо по життю, тому що біг – це радість, це життя, це рух. Я вже третій раз у місті Славутичі, перший раз на Дні Славутичі, другий раз приїжджали як брати досвід у Володимира Петровича, а сьогодні з Буєрським біговим клубом, Буєрка Ран клуб, з моїми друзями біжимо понапівмарафон і десяточку Тарас біжить. Тобто ви в командних соревнованнях теж участвуєте? Ми любимо спорт, ми любимо життя, любимо здоров'я. Скільки голова бігає, Володимир Петрович, а ви ні разу не бігаєте? Ну чому? Я вам припоминаю зараз. Саша, ну ти знаєш, що я просто так не да, я тільки... Я хочу сказати... Пенальті спеціаліст хороший. Да, я хочу сказати, що Тарас очолює футбольну команду мерів України. Вони були чемпіонами Європи. Так, третє місце Європи. В минулому році трошки поступали. Третє, четверте в Європі команда мерів України. Вам інформаційний спонсор не нужен? Є свободне телевидение, можемо знімати поїздку вашої команди. Дякую. Ми врахуємо вашу пропозицію. На відкритті соревнований всього традиційно гімн України Славутича «Цвіти к пам'ятному знаку героїв Чорнобиля». Владимир Петрович чуть не сорвал время старта. Так увлекся воспоминаниями о Славутиче, что говорил минут 15. В цей день хотілося б згадати і наших побратимів нашого марафону. Ми проводимо сьогодні 29-й марафон. Уявіть собі, яка класна традиція. Але з нами теж немає тих, хто тримав прапор здорового способу життя. Марафону. Це Владлена Кокіна. На 90-му році життя вона пробігла свій останній марафон для того, щоб залишитись у вічності і в історії того ж маленького міста Славутича і марафону, який ми сьогодні, я думаю, будемо продовжувати передавати із покоління і покоління. Їй було біля 90, а Валерій Бурлаков, наш товариш, нещодавно пішов із життя. Йому було всього 64. Я прошу вас, друзі, з урахуванням того, що поминальна неділя, витримаємо цю традицію і пам'янемо їх хвилиною мовчання. Хвилина мовчання. Все починається, відбувається, завершується в сфері людських відносин і стосунків. Давайте берегти оці відносини і стосунки. Вони є визначальними в нашому житті. Здоровий спосіб життя – це перепустка в майбутнє. Передаємо через покоління, хай нам щастить, хай вам щастить на цій трасі і буде дуже легко, але переможно. З марафоном вас! Ну, от він, довгожданий старт. Мощное зрелище. Впечатляет. По-моему, такого количества бегунов к нам в город давно не приезжали. Пока ехали до поворота на Гуту, помнили 1997 год. Тогда тоже было много спортсменов и даже участников на уровне сборной Украины. Несомненно, участие сильнейших стайеров из 14 областей Украины добавило соревнованиям остроты, азарта и зрелищности. Итог этих соревнований у нас практически это... Первый этап отбора на чемпионат мира по полумарафону, который будет в этом году проводиться в Кошице. Спасибо большое за ту организацию, за тот большой труд, который вы
славутчане приложили действительно в приеме Кубка Украины. Несмотря на нашу финансовые затруднения, то, что есть во всей стране, мы смогли провести соревнования на высоком уровне. Удивило всех участников, что на трассе они увидели сегодня генерального директора атомной станции Парашина. Они рядом бежали с ними, и для них это было, что вот именно вот в этом городе живут такие люди, как мэр города, который занимается спортом. В этом городе решать проблемы спортивные. Здесь можно проводить не только чемпионат Кубок Украины, можно проводить международные соревнования на самом высоком организационном уровне. Ребятам этот пробег запомнится еще и тем, что призы они получали из рук чемпиона Мюнхенской Олимпиады Валерия Борзова. Мы на повороте. Уже со стороны видно, номер 78 значительно отрывается, хотя его пытаются догнать еще 4 бегуна. Но почему-то кажется, что победит именно 78-й, увеличивает отрыв. Красивая картина. На нашей трассе такое количество бегунов давно не было. Возвращается после поворота на 2,5 километра и спортсмен под номером 78. Уже один. Как и предполагалось, за ним уже никого. И вероятнее всего, что это и есть победитель на пятерку. И вот он финиш. Миколайчук Дмитрий сегодня победил на 5 километров. Как с твоей точки зрения бежалось? Дякую. Гарно бігалося, в принципі. Трасу цього року поміняли, я давно вже у вас був, 2 роки назад. Тому нова траса, цікава, до речі. Було приємно бігти. Організація, дякую. Ну, я завжди радий приїжджати в Славутич. І бачите, стільки радісних і віддані своїй справі людей. Дякую вам. Траса була гарна, бігалося теж гарно. Єдине відео трошки десь допомагало, десь мішало. А так, взагалі, дякую за організацію. Гарне свято. У тебя очень мощный старт был, ты оторвался сразу же. Это у тебя такой были планы или у тебя просто была скорость определенная? В принципе, я вчера трошки ножку потягнул, да. Я сегодня не знал, как бегать, поэтому я побег, в принципе, плавно, да. А потом уже начал разгоняться. Я бы сказал, что старт был шуткий. А дистанция моя 800 метров, так что... Ну понятно. Хорошо тренировался сегодня. Среди девушек первой на пятерке была Кутах Юлия из Киева. И вам не мешал флаг вашего общества? Справа в том, что я флаг тримала в руках. А вот тут я за 200 метрів вже взяла, взагалі заважав, тому що дуже вітер не задує. Взагалі, довольний пробіг? Дуже подобається, все класно і дуже хороше місто, дуже чисто. Перше кидається в очі, багато зелені, дуже чистенько. Так що супер, думаю, будемо приїжджати, дай Бог, щорічно. Дякую, удачі вам. Дякую вам. Сверхемоциональним був победитель на десятку. И даже во время интервью эмоции его продолжали переполнять. Это связано с тем, что я начинаю заново свою карьеру. Я поздно начал, потом тубдиспансеры продолжали. Много было моментов, когда по молодежи я третий был, я попал в тубдиспансер. Я не бігав, це просто була тренування. Це було без підготовки взагалі. І за того так емоціонально. Що я перетерпів навіть себе. Я не мог, наприклад, біжати різними темпами. Я мог одним темпом біжати, хорошим там темпом, але не мог додати, переключатися не мог. А зараз я можу переключатися. Я можу додати, коли хочу. От навіть на фініш, я зараз можу не додати, я бачу дівчинку, мені треба її обогнати. Просто для себе, щоб потім на наступних стартах можна було боротися на конкурентоспособним бути.
В ожидании победителя на полумарафон смотрим историю пробега, вспоминаем прошлый год. Победитель пробежал 1 час 15 минут. И победитель нынешнего пробега финишировал на 5 минут раньше. Все было цікаво, швидкі сна, перепади, там невеликі висоти були, але вони не суттєві. Да, якраз вітер не мішав. І вітер, тільки в зворотньому напрямку трохи, і то не по всій дистанції, там, де на полі більше отак. А так в лісі взагалі чудово. Добре, результат на сьогодні біда час 10, наскільки я знаю. Година 10:40 в мене я взяв. В прошлому році був година 15, так що у вас дуже прилічний результат. Я задоволений, я пробіг по особистому рекорду, тому я повністю задоволений. Подробнее об итогах 29-го пробега пам'яті героїв Чорнобиля смотрите в середу, 18 апреля, в новостях Славутича. І в фіналі ще раз потрясающий старт. Самий мощний старт в апрелі в Славутичі.